Идем к набережной, к кораблям, к яхтам. Сегодня замечательная погода. Агентство полиции. Куча разных магазинчиков, а мы прямо идем. Прогулочные корабли отсюда отправляются. Но еще не сезон, они еще не рабочие. Сейчас мы подойдем ближе. Февраль месяц. Плюс 15. Вот такая температура в Алании сегодня. Где нет ветра, даже на терраске где-то можно позагорать, потому что очень теплое, жаркое солнце. Ну вот, мы вышли тут. Фонтаны работают. Сейчас перейдем дорогу. Такси, такси на каждом углу офиса. Нужно такси, подходите, где кнопочку нажимаете на дереве. No, thank you. И тут снова тоже много людей гуляет. Ну, вот такие прогулочные корабли. Вам, конечно, не все знакомы. С разных видов, разных тех. Сейчас еще пока они не рабочие. Ну, сезон придет, и все будет. Вот такой вот. Кораблик. Вот так вот. Все, выходим отсюда. Прогулочный такой. Вот, Адмирал Блэк. Не все корабли сейчас тут находятся. Только те, которые тут зимуют. Вообще тут полностью все должно быть в кораблях. Нормально, что ли? Пока вот так вот. Но все равно. Вот такие корабли стоят на причале. Мы гуляем вдоль набережной города Алания. Много людей, много детей, прекрасная погода. Много яхт. Ну, вот такая система, что корабль стоит, и возле корабля как бы
реклама небольшая идет про то, что очень старенький этот. И вот релакс-тур, куда они плывут, что они делают. Рыбку ловят в пещеры, к дельфинам, вокруг крепости у них. Ну, так у каждого корабля свой маршрут. А вы уже выбираете, что вам надо, что вам нравится, какой корабль. Цены разные. На данный момент они все стоят пока. Скоро сезон начнется, будут все в деле. А вот посмотрите, Sea Angel. Красиво, я такой еще не видела. Красивый корабль снаружи. Надеюсь, и внутри также будет. Вот такие вот корабли разные. Алания катамаран. Еще поближе подойду, чтобы показать место. И там тоже. Такой вот. Алания катамаран, реклама на него. Ну и так дальше. Тут уже начали небольшой ремонт косметический. Перед сезоном краска стоит. Делать все красиво, гармонично для туристов. Столы покрасили, лаком покрыли. Вот такой вот. Раз, два, три. Четырехэтажный вот это. Тоже небольшой косметический ремонт делают. Свежевыжатый сок тут можно попить, водичку купить, кому жарко. Вот такие вот, я не знаю, баки, или как это сказать. Если вам нужно такси, значит, вы нажимаете вот на эту кнопочку, ждете какое-то определенное время, и такси просто приходит по вашему вызову. Вот именно на это место, где вы нажали. What?